Гарри Харламов и Кристина Асмус стараются не афишировать свою личную жизнь. Фотографии их дочери Насти лишь иногда появлялись в инстаграме Кристины, но ребенка фотографировали со спины. Так родители оберегают девочку от посторонних глаз. Сегодня малышке исполнилось 1 год и 7 месяцев. И в честь этой даты и Гарри, и Кристина выложили фотографию Насти, которая трогательно целует свою маму. Любящий отец подписал снимок: «Поцелуй моего сердца и наша доченька Настя. Ей сегодня 1 год и 7 месяцев. Когда Настя вырастет и зарегистрируется в Инста, возможно, она наткнется на этот пост и прочитает, как родители ее поздравляют. Настя, мы тебя очень любим. Ты наше счастье. Твои мама и папа». А мы тоже поздравляем Настю. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!